Значит, что человек приобретает возможность влезать в генетический код, созданный или природой, или люди с религиозными взглядами говорят Господом Богом. Последствия практически какие из этого могут наступить? Это значит, что уже можно это представить, даже не очень теоретически, а уже можно практически представить, что человек может создавать человека с заданными характеристиками. Это может быть гениальный математик, это может быть гениальный музыкант, но может быть и военный, человек, который может воевать без страха и без чувства сострадания, сожаления и без боли. То есть, вы понимаете, человечество может вступить и, скорее всего, вступит в ближайшее время в очень сложный и очень ответственный период своего развития и существования. И вот то, о чем я сейчас сказал, может быть страшнее ядерной бомбы. Когда мы что-то делаем, и чем бы мы ни занимались, хочу повторить эту мысль еще раз, мы никогда не должны забывать про нравственные, этические основы нашего дела.